Серьезный настрой на чистые игры активисты профсоюзной организации ВГУ привели в порядок территорию возле здания университета на улице Ленина. Их проведенный субботник стал заявкой на участие в федеральном проекте «Чистые игры». Мусорные пакеты, грабли, метлы – стандартный набор тех, кто борется за чистоту. Ребята собрали 4 мешка мусора, подмели территорию. Как и каждый житель города Вологды и студенты считают, что город должен быть чистым, в котором они живут, уютный. Участие в университетских и городских субботниках для ребят – обычное дело. Каждую весну они выходят на уборку территории возле общежитий, корпусов вуза и своих домов. Команда профсоюзной организации уже становилась бронзовым призером «Чистых игр» 2015. И в этом году в третий раз будет бороться за звание лучших. «Чистые игры», в частности, субботники внутренние – это возможность прибрать большую территорию города. Мне кажется, нужно, чтобы как можно больше людей участвовало в таких социальных мероприятиях. Это очень важно. Чтобы присоединиться к экологическому квесту, необходимо провести заявочный субботник до 27 апреля, собрав команду из 6 человек. Сейчас это сделали уже 27 команд. Финалисты экологического квеста встретятся в день общегородского субботника 29 апреля на решающем поединке в парке Мира. Участники будут собирать мусор и получать за это баллы. Чем интереснее находки, тем больше игровых очков. За раздельный сбор мусора дополнительные баллы. По итогам общей суммы и станет известен победитель. Мария Поздеева, Илона Соболева, Максим Тышковец, Вологда РФ.